международного кинофестиваля Pacific Meridian. Ура! Кто это? Они сами не знают. Обращаю ваше внимание на то, что в этом году, впрочем, как всегда, жюри многонационально. В этом году конкурсные фильмы будут оценивать международные жюри из Гонконга, Индии, Китая, Канады, России, Белоруссии. Председательствовать будет Кристиан Жан из Франции. Он директор отдела фильмов, заместитель исполнительного директора Каннского международного кинофестиваля. Десятилетнего юбилея на кинофоруме появилась программа «Друзья». И вот сейчас многочисленная делегация, которая прошла из разных стран, это и есть «Друзья кино». Кино во Владивостоке, друзьями Дианы Тихова. В нее вошли киноленты вот в эту программу «Друзья», представленные кинофестивалями, которые стали настоящими друзьями Дианы Тихова. Фестиваля в Бусане, Южная Корея, фестиваля Гуанахуато, Мексика, итальянского кинофестиваля, берлинского интерфильма, кинофестиваля из Германии. Как здорово, что друзей этого кинофорума с каждым годом становится все больше.